31 января 2015 года в Брюссель, ФАСДЕМ. Вот это здание, которое AW. Сейчас мы туда войдем, там расположен наш стенд и все остальные. Вот тут такая даже карта есть специально. Building AW. Вот. Дверь, которая тяжело открывается. Сейчас пойдем посмотрим, какие тут стенды. Вот, собственно, наш стенд. Народу просто полно. Все. Вот наш стенд реакции. Сейчас нам будет видно за мной. Да. Вот наш стенд реакции. Повесим баннер, повесим все. Значит, сделали флажки такие вот здесь вот. Показываю специально вот наш стол. Тут вот сюда. This is for my video blog. This is Janis. This is Colin. Да, все, а тут сидим. На самом деле, народу просто постоянно, даже свободного времени нет. Постоянно все что-то говорят. Вот тут дальше другие стенды. Это Torres. Народу просто относится. Да, подожди, пока не пойду. Вот. Дальше. Посмотрим, какие здесь есть проекты. А я лучше пойду в другую сторону, на самом деле. Народу просто здесь вот. Здание внутренности выполнили таким прямоугольным способом. Сейчас мы по кругу все это обойдем, чтобы посмотреть. Есть у нас другие проекты, синий сет. Сейчас пропустим людей. Тут никого нет, Стеф. Дальше здесь проходим, здесь еще много проектов. Кстати, очень интересно, на самом деле надо будет посмотреть, насколько он нам подходит. Может быть, мы его можем использовать. Дальше здесь у нас крипт. И возвращаемся же обратно к нашему стенду. Вот так, все еще стоит. Ну, пока все для начала.